Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на YouTube-канале «Таксистские войны». Сегодня вы увидите, как очередное быдло напало на водителя такси. Причем они избивали его впятером. Когда он защищался от одного из нападавших, один сзади ударил его по голове. И они продолжили пинать его впятером. При этом испортили его имущество, автомобиль. Говорите об этих девочках в юбках, потому что мужиками их не поворачивается назвать язык. Неохота, а хочется задать вопрос нашим законодателям. Доколе вы будете собирать свои международные форумы, нести там полную ахинею, выдвигать бредовые идеи в предстоящий новый закон, когда все, кто хоть маломальски понимает в такси, говорят вам, что не надо вносить дурные идеи, но вы все равно не слушаете. И также мне хочется задать вопрос нашему любимому сервису. Доколе ваши стандарты будут сталкивать лбами пассажира и водителя? Ведь если бы водитель мог спокойно отменить заказ и уехать, скорее бы всего, ничего бы не было. Но он не может, потому что ваши стандарты заставляют вести себя по-другому. Друзья, я вас прошу, максимально распространяйте это видео, напишите комментарий и оставьте лайк. Ну а во второй части вы увидите психованную девушку, которая не хотела заплатить за такси и уйти, но нашлись добрые люди, которые оплатили за нее проезд. Хорошего просмотра! Добрый вечер! Добрый. Я не спит. Дайте, да, на, дайте. Дим, есть кэш? Все, садись. Дим, есть кэш? Давай. Нас на одного больше? Сколько тебе нужно? Не. Мы штраф заплачиваем. Дима. Другую машину. Давайте 2000 дам сверху, чтобы не было вопросов. Ну давай закажем еще одно такси, господи. Ну, там проще на 500 рублей дороже. Не важно. Ну вот мы вот нам вот, по времени просто не важно. Давайте, мы просто отчитали. Девчонки уехали. Давайте 1000 дам. Будь человек. Нет. Да не надо, Дим, за 300 рублей. Правда, от меня, а штрафуют меня, не вас, понимаете? Вы говорите, в этом районе говорите. Сколько штрафов, братан? Сколько штрафов? Я не знаю, ну... Ну 2000 я тебе дам накину сверху, нормально будет? Нет. Ну как нет, 3000 давайте дам. Да зачем? 3000, проще. Нам нужно доехать, просто мы его отправили первое такси, нам нужно за вторым преследовать, чтобы, ну. Не мешайте. Не рожи меня. Да я понимаю, но нет. Все, езжайте. Дима, езжайте давай. Подвези, пожалуйста. Езжай, мы закажем такси, езжайте. Все. Давай, езжай. Подними, пожалуйста. Это же мое решение. А? Это же мое решение. Пристегивается или нет? Да. Нет, давайте я лучше, наверное, не поеду. Потому что за ремень тоже прилетит мне. Ну давай сделаем вот так. Я сейчас напишу с моим рейтингом тебе отзыв, и ты не пизда. Не пизда? Уверена в этом? Согласен. Давайте. Давайте. Ты хочешь, не хочешь меня вести, да? Вот так вот сделаем, чтобы все знали, что вы тут говорите. Чтобы Янек тоже был в курсе, что вы мне угрожаете. Вы мне отказываете в моем... Если вы говорите то, что мне пизда, конечно, да. Я вам ничего не говорю. Да говорить. Что вы говорите? Вот сюда посмотрите. Да мне надо что говорить. Да? Мне надо что смотреть. Не, вы отказываете в моей поездке? Конечно. Вы мне отказываете в моей поездке? Конечно. Почему? То, что вы вот так вот разговариваете, я то, что мне не пизда или еще что-то. Я ничего не разговариваю. Да что вы говорите? Я уйдите, вот все записано. Да пусть даже записывается. Да я все покажу. Яндекс. Показывай Яндекс. То, вот что сейчас, угрожаешь, что, это... то, что я не буду работать, то, что мне пизда. Я сейчас ну, ничего не говорю. Блядь, я же с тобой нормально разговариваю. Послушайте правильно? Сюда. Я сейчас тебе ничего не говорю. Вы сейчас мне отказываете. Может, мне этот патефон свой показывать сколько угодно. Да? Ты мне сейчас отказываешь? Да, отказываю. Отказываешь. Блядь, не мешайте, через 4 минуты будет. Не-не-не-не. Вот этот человек мне отказывает. Окей. Нет проблем. Я же нормально все объяснил. Не-не-не, нет проблем. Вот ты вот эту хрень можешь поставить себе сам куда угодно. Да, я вот поставил сюда. Да, поставил. То есть все, отменяй поездку. Вам отменяй поездку. Вам нужно отменить. Отменяй поездку. У меня нет такой возможности. Отменяй поездку, я тебе говорю еще. Что вам помешать? Не надо на меня. Я тебе сейчас просто ебну разочек. И ты здесь ляжешь. Хочешь? Пойдем выйдем. Пошли.
машины вышли все? Да, да, вышли. Вышли, вышли, не надо брать ничего. Вышли. Что за баллончик свой берешь? Там был. Дима, успокойся. Сидим. Дима. Ты что, мудак, что ли? Смотри, что он делает, блядь. Не приближайся. Я думаю, блядь, я тебя уебу, блядь. Не приближайся, я тебе сказал. Дима, иди сюда. Смотри, что он делает, блядь. Он меня пиздит, нахуй. Дима. Ты я сказал. Ты чмо, ебало. Их было пятеро. Когда из машины вышли и подбежал этот дурак, я ему еще раз брызнул перцовым баллончиком в лицо. И в какой-то момент, короче, сзади кто-то подходит, один из них, и бьет меня и валит на землю. И там все остальные четверо налетают. Я там остался под ними, под пятерыми мужиками, короче. Вот, поэтому там в драке на самом деле все участвовали. Ну, как в драке, в избиении. Точнее, я вчера уже заявление написал, снял побои вчера тоже. Завтра поеду делать осмотр машины по повреждениям, потому что они машину тоже повредили. У меня правая пассажирская дверь не закрывается, и крыло, и вмятина на двери получается. Куда, блядь? Сюда подходите, блядь. А чё я сделал? Что вы сделали, блядь? Вот что я побежал уже, короче. Идите мне за дорогу. Тогда можно я зайду? Нет, оставляйте телефон. Не буду оставлять. Ну, оставляйте телефон. Это воровство, это покушение на воровство. Вы в данном случае воруете у меня. Я не ворую, я уже... Воруете? Нет. Алло, меня слышите? Да. Да, а можно вызвать, пожалуйста, наряд полиции? Адрес-то говорите, куда? А, Калинина 7. Можно, пожалуйста, побыстрее? Нет. Я вам заплачу. Нет. Нет, заплатите Калинина сейчас. Что у меня вас нет денег. Я здесь включу. Пустите меня. Нет. Пойдем со мной, зайдем. Нет. Со мной зайдем. Стойте здесь, пожалуйста. Не пойду, я хочу домой. Стойте я здесь. Я возьму вам деньги. Стойте здесь, пустите пожалуйста. Меня. Нет. Я возьму вам деньги. Да стойте вы здесь, пожалуйста. 300 рублей. Просто оставьте оставьте нет, телефон. Нет, не буду. Пустите меня. Нет. Нет. Что, да что ты делаешь? Ты ненормальная, что ли? Отпусти меня! Заплати мне за дорогу! Я заплачу! Я сейчас буду кричать! Кричите! Что пожар. Кричите! Я сейчас буду кричать! Кричите, меня. Пожалуйста! Кричите! Пусти меня! Кричите! Сейчас же меня пусти! Кричите! Козел! Я козел! Я тебе сейчас заплачу! Так заплатите! Ну мне нужно домой попасть! Вы мне сказали, что вы мне не будете вообще платить! Я тебе заплачу, мне нужно... Оставляйте домой. Какие-то не вещи! Не буду тебе оставлять. Почему? Вещи. Потому что мои вещи! Я поздравляю вас! Вот и все! Вы не заплатили за дорогу! Это мои вещи! Мне без разницы, мне не нужны ваши вещи! Что у вас там происходит? Объясните, я водитель пожалуйста. Такси, привез девушку! Ебанутая, что ли? Пусти меня! Ты что делаешь? Пусти меня! Убивают! Пусти меня сейчас же! Заплати мне за дорогу! Я сейчас возьму деньги! Пустите меня! Пожалуйста, помогите! Он меня бьет! Подождите, я все слышу! У меня дети спят! Я понимаю все! Я не кричу! Отдайте мой баллон! Я заплачу, подождите. Это ваша знакомая? Она соседка, да, она живет в этом. Пожалуйста. А что у нее с головой вообще? Я не знаю, извините, пожалуйста. Он меня не пускает. У меня болит голова. Сейчас, отдайте мой баллон. Сейчас, секунду, подождите. Сейчас, отдал мой баллон, быстро. Полицию будете вызывать? Да, 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 естественно. Отдайте мой баллон. Как ваша фамилия, мужчина? Я сказала, сейчас, что секунду. Вынесу ему деньги. Подождите, я ему вынесу деньги, меня не пускает. Голова болит, пожалуйста, у меня дети болеют, и кричите, не кричите. Сейчас, сейчас найдем деньги, сейчас я вам отдам. А за что вызывать полицию? Я ему хочу вынести деньги, меня не пускает. Он не пускает меня. Только не кричите, я это мой сосед. Да, здесь живет, в подъезде. Не уходите пока никуда. Я деньги сейчас возьму. Не выходите никуда. Ой, пусти меня. Да не трогай меня. Пусти меня, он меня бьет. Не бьет он вас. Я хочу зайти домой и взять деньги. Ты что, ненормальная, что ли? Да не оставлю, это мои вещи. Ты что? Я живу здесь. Блядь, бред какой. Сохнитесь, пожалуйста, не орите. Я сейчас возьму свои вещи, все. Нет,
Успокойтесь или нет? Стоп. Вы успокойтесь или нет? Я сейчас отдельно вынесу пирог. Я хочу. Пусти меня сейчас же. Нет. Пусти меня. Ах ты ебанутый. Пусти меня сейчас же. Это мой мальчик. Я водитель такси. Привез ее к дому. Выходит, дает мне, у нее поездка была. Погоди. Не уходи никуда. Не уходи никуда. Не уходи никуда. Попробуй меня посильнее. Давай меня бей. Давай. Давай. Меня бьет. Ну бьет он меня. Стойте. Освободи его от меня. Давайте я вам перевезу 300 рублей. Так? Пожалуйста. Пожалуйста. Вы мне вынесите 300 рублей. Освободи его от меня, да. Все. Иди отсюда. Да не трогай меня, ты что, ненормальная, что ли? Ты сильнее, ты можешь, что ли? Ну, давай меня бей. Я напишу заяву, послушай. Давай. Есть у вас деньги? Пускай идет. Тебе-то зачем проблемы-то какие? Да мне вообще, мужик, проблемы не нужны. Она это что такое-то? Сколько тебе нужно? 300 рублей. Я тебя понимаю, все. Тебе-то зачем? Это ее перец, она меня еще забрызгала, блядь. Да, успокойтесь. Положи его куда-нибудь. Пиздец, а ты... Для себя мы понимаем, что люди... Чья это соседка? Просто ёбнутая, видимо. Нормальная она вообще? Не знаю. Мы с ней редко знакомимся, здороваемся. Держи 200. Есть сотка. Хуя пиздец, давай нахуй. Давай я тебе переведу. Скажи номер. Мне косарь, наверное, не сдашь. Хуя пиздец, нахуй. Мы понимаем, что это как бы... Да, мужик, да как это... вас зовут? Фамилия и отчество ваше? Зовите меня, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Вообще пиздец какой-то. Нет, у меня Тинькофф. Спросите, где она проживает у соседей, чтобы на нее потом написать заявление. Вы можете мне назвать кто-нибудь ее данные? Я не знаю. Ну, кто-нибудь не из вас может дать номер? Мы не знаем ее, я с ней не общаюсь. Ну, вы говорите, что она в то же время ваша соседка. Ну, да, соседка. Мы не должны всех знать. Катя зовут, я фамилию не знаю. Мы не должны всех знать соседей. Сдашь? Я могу вынести карту. Давайте. А, Калинина 7, напишу заявление. Фамилия ваша?